Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в городе Гусев, Калининградской области и жил там до окончания школы. В детстве занимался боксом, окончил 42-ю Кронштадтскую мореходную школу в 1989 и 4 года служил на Северном и Балтийском флотах. С детства любил кино, его кумиром был Ван Дамм, и решил поступить в ВГИК. Учась на подготовительных курсах, работал официантом, а потом администратором в клубе-ресторане. В 1997 году поступил в ВГИК, мастерская Г. Тараторкина, который окончил в 2001 году. Еще будучи студентом, снимался в кино, музыкальных клипах и в рекламных роликах. На четвертом курсе режиссер Алексей Сидоров утвердил Владимира на одну из главных ролей в телесериале «Бригада». Роль Фила принесла Владимиру широкую известность, а ее успех был подкреплен ролью Кости, Кота, в фильме «Бумер». После окончания института Владимир был принят в труппу театра имени Моссовета, но уже с 2002 года служит в группе Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.